Привет, друзья! Всем доброго дня! Мы поехали гулять и представляете, что? Дождь. Только сели в машину, как полил. Ну, как обычно это бывает. Как из ведра и так резко. Ничего не помешало беды. Блин, все нормально было, да? Ну. Вот только из дома вышли и ливень такой. Вообще. Мам, знаешь, как я узнала, что дождь? Как? Потому что мне влог откапывают. Да? Прям на твой маленький локоток капнуло. Решили немножко погулять. Не знаю, получится, нет. Перед тем, как дети уедут. Но... Осталось до отъезда 3 часа где-то. Да не 3. 4 где-то, да? 4. Ну, буквально на часик съездим и будем готовиться. Ну, не знаю. Может, вообще на машине погуляем вечером. Но... Наверное, так и получится. Мы хотели съездить на этот... На 3. О, молодец. Эльвина Б. Блогер. Полчаса записываю. В итоге съемки-то и нету. Вот так вот. А Олег тут старается. Рассказывает. Слюной брызжет. Все рассказал про себя. Но. Я такая думаю, хорошо, наверное, что не записывал. Что хотела сказать? А, вчера же такой этот был. Ливень. Гроза, мы приехали домой, вообще просто льет, как из ведра. Такие грозы, гром гремит. На втором этаже у нас все в окно налило. Вся вода на пол, на стол. Даньке всю клаву залила. Он так бедно переживал, бегал. Все на ламинат. И чё? И, короче, мы такие легли спать. Уже все-таки уснули. Знаете, вот этот быстрый сон-то такой. Глубокий быстрый сон. И я такая сквозь сон-то слышу такой стук в окно. У нас в окно. Представляете, оно уже высокое. До него даже не достать в принципе, если с земли стучать. И Олег тоже самое слышит. Мы такие, Даня, ты что-нибудь слышишь? Он такой, нет, ничего. Ну, он как обычно в наушниках сидит, ничего не слышит. Олег соскочил, в окно выглянул. А у нас окно открыто нараспашку было. Но наши шторы там плотные, не видно ничего. Окно открыто нараспашку, чтобы все проветрить. Олег вышел на улицу, посмотрел. На второй этаж залез, оттуда все просмотрел, как этот. Как с вышки какой-то, бля, балл этот. Так вот. Как он? Вертухай. Но. Потом вышел на улицу, свет включил. Короче, все посмотрели, никого нет, собаки не лают. Обычно собаки-то лают, особенно соседская, она же бестолковая. Ей же что, только дай повод погавкать. Вообще тишина. Мы такие понять не можем, кто стучался, что стучал. Реально она же не гавкала? Вообще тишина была, стук такой. 3 раза тук-тук-тук, и все. А к нам в окно-то вообще никто не стучится никогда. В дверь или орут там, ну, звонят. Мы вообще смотри, офигели. Здесь сухо. Это что, только на Шанхае дождь? Ну, пусть. Офигеть. Ну, можно погулять. Смотри, ну-ка. Да-да-да. Вот, смотрите. Сухо вообще. О, здесь солнечное. А тут вот. Вообще и солнышко. Вот здесь солнышко. Ну, это Урал, детка. У нас на Шанхае дождь, ливень, и все. А здесь, блин, солнышко. Слушай, так поехали, это сейчас эти орешки возьмем и погуляем. Ну да. Да? А когда мы выезжали на поехали дождь, на этот, на Ленинский. Как мы будем гулять? На Ленинский. Зонтиков нету. Но я тоже так думала. Я думала, мы вообще на машине будем гулять. Ну так вот, короче, в итоге никого не было. Что это было, фиг его знает. Подумали уже, наверное, наш домовой. Домашний. Может это... Ну, чтобы мы окно закрыли, дождь ночью был сильный. Или вообще просто для безопасности. Короче, фиг его знает. Сегодня тоже сидим такие, телек смотрим. Дверь-то у нас опять вот эта маленькая открывается сама по себе. Котенок зашел. Котенок сидел такой, ну, дверь открывается так тихонько, не полностью, ничего. Вот так вот тихонько открывается, наверное. Так, угол сколько? Ну, так градусов на 30. Котенок заходит, и за ним так тихонечко дверь закрывается. Тут такой зашел, чук-чук-чук-чук-чук. Дверь закрылась, нормально все. Мы вообще офигели. Это вот это вот реально, без скрипа, без ничего. Ни хлопанья такого резкого, ничего не было. Чтобы, знаете, там сквозняк или что-то. Так тихонечко открылось, закрылось. Олег рассказывает, тоже в прошлый раз идет такой с кастрюлей. С улицы заходит, с кастрюлей идет, еще не знает, как будет дверь открывать. Ага. Херак такая перед ним, точно так же дверь открывается. При том, что та была закрыта. Я ту закрыл, да. Сквозняка-то не было.
Дверь такая открывается, Олег заходит, за ним дверь закрывается. Я говорю, какой хороший у нас домовенок, надо его хоть покормить, бля. А чем его кормят? Молока наливают. Да? Кошек любит. Пускает их. Но он, видишь... Помогает нам открывать дверь. Он видит, что какое наше... Нормально все. Наше отношение видит к этим котятам. Доброе такое. И вот к нам также относится. Вот, наверное, он вчера и стучался. Кто? По-любому. Предупредил нас, чтобы окно закрыли. Мама. Ну, мало ли что, да, бывает же, что кто-нибудь залезет, зарежет нас. Зарежет. Ну, реально, в всяких случаях начитаешься, мам, посмотришься. Мам, я знаю, кто стучался. Кто? Ты что, это дождь? Ты какой дождь? Не, там вовозь. Прям сильно стучались там Вова. Угу. Прям сильно, как будто вот так вот пальцем тук-тук-тук-тук. Да-да-да. Похоже, даже двумя или вот тремя да, пальцами. Да, вот так вот, так все настойчиво. Не то, что там тюн-тюн-тюн. И раза четыре. Три. Три, да? Три, да. Короче, такие у нас дела. Офигеть, я вообще в шоке, блин. Надо Олега одного оставить и ходить там стучать. Чтобы он вообще посидел весь. Вот это вообще будет пранк. Трэш. Пранк. Поснимать еще это все. Я не вывезу вообще. Я вчера-то... Блин, ты... А он вчера поднялся на второй этаж, такой смотрит со второго этажа. Я думала, он вообще там с Данькой спать лег подальше от этого всего. Я такая уже Данила ору, Даня, где папа? Спит, что ли? Такой, нет, говорит, выглядывает в окно. Че он на него выглядывает? Полчаса сидел там, выглядывал в окно. Так нет, дело-то в том, что... Да, во-первых, собаки не лаяли. И во-вторых, у нас датчик движения на свет. И, блин, и свет нигде не горит. И я жду, когда сработает датчик во дворе у нас. Чтобы вдруг я, это, когда бегу до выхода, датчик сработает и отключится. Мне нужно знать, сработает датчик или нет. Вот сижу, жду, смотрю в окно, сработает. Вроде никого не видно. И все, Данилу говорю, Данил. Прям. Данил, иди в коридор и включи на улице свет. Центральный, чтобы. А я буду смотреть, вдруг кто-то, если кто-то есть, испугается и побежит через датчик движения. И все-таки я увижу, кто там. И все, Данил включил. Я говорю, только на улицу не выходи. Включил центральный свет. Блин, вообще тишина. Свет загорелся, никого нету. И все, я вышел. Все обошел, даже на задний двор сходил. Просто... Так никаких шагов, ничего не было слышно. Вообще ничего не было. А окна-то все нараспашку. Гляжу, о! Я же мимо проехали. Что ты орешь, бля? В самородок езжаю монетку. Мимо проехали. Короче, ты я раньше вообще одна спала. Второй раз что-то... А, Олег был на вахте. Данька был в этом в лагере. Вовка то ли к бабе уехал, то ли что. Ну, как бы нормально все было. Но у меня тогда это было... Как это называется? Сонный паралич. Как будто мне кто-то это на грудь вот так вот давит, и я не могу вообще ничего, не пошевелиться, ничего. А сейчас нет у тебя такого? Кстати, давно нету уже. Как я приехал, наверное, да? Год. Нет, год, наверное. А там одно время постоянно это было. Я, короче, вот это все... Во-первых, это такое состояние, прям вообще так резко охота спать. А нет, кстати, недавно у меня такая фигня была. Я это состояние уже знаю, и я боюсь уснуть, потому что я знаю, что что-то будет такое. И я, короче, такая глаза открываю, даже голову поднимаю, и меня вообще обратно к кровати прям прижимает, и глаза так наливаются, ну, вот этим сном. Потом вообще капец. Вот это я знаю реально уже состояние. Уже как-то стараюсь его контролировать, но все равно не получается. Ну и потом я не могу ничего сделать. Как будто на мне кто-то сидит, меня не душит никто. Бывает и такое, что душит, но у меня, слава богу, такого нету. У меня как будто ощущение, что кто-то сидит на мне. У меня было первый раз такое, когда я была маленькая. Мне было, наверное, лет 7-8 или 10 лет. Тоже я помню, это было под утро. Такая же фигня была. Но там еще было, знаете, что такая вот такое... Не морда, а такой черный силуэт надо мной был. Такой, знаете, какой-то такой нечеткий, такой вообще не размытый. Короче, какая-то хрень. Вот такие вот дела. Пироги. Интересно у нас там все творится. А дом-то новый, притом дом новый, мы первые хозяева заехали в новый дом. Значит, это наш личный. Ну, добрый. Добрый дедушка домовой. Ну такой же добрый, как и я. Угу, не дай бог. Что? Чтобы он такой же был, как ты. Папа, это что, три пещеры? Нет, мы сейчас в магаз заедем. Сейчас
орешки возьмем или семечки, ну, попить что-нибудь, чтобы посидеть там, поболтать. Озон, озон, зон, зон. Ладно, приехали в магаз, зайдем монетку сейчас. Что за номер? Вова, на вот это возьми. Взяли фисташки, какие-то конфетки жевательные. Угу. Колбаски. Типа какие? Колбаски по пизде. Это мое. Сама себе обещала энергетик больше не пить. Блин, такой путал. Вова, я попросила вот это все взять. А? Я же говорю, тебя попросила это все взять. Тут еще в холодильнике есть, я не видела. Хот-догами пахнет. Манго, кокос, коконат. Видите, машина мокрая. Это мы ехали с Шанхая. У всех машины сухие. У нас на Шанхае ливень. Здесь сухо, солнце, как, не знаю, другой материк, континент. Давай, Вовчик. Морковчик. Убери. На, это выбрось я сразу. Кофе вчерашний, я даже не допила его, оказывается. Ох, солнце греет, здорово. Так-то на сегодня обещали вообще дождь, гроза. Но смотрите, погода делает свое дело. Не причиняется прогнозам. Ну, так это же Урал. Ну что, поехали? Едем, едем. Сейчас я кнут возьму. Да, мне тоже чуть-чуть. Да. Вовчику дай. Вова, будешь кнут? Нет. Мне показалось, что это мармеладка. Это колбаска. Мне показалось так. Угу. Кондёр включенный? Что-то жарко. Угу. Жарко стало. Какая-то перчатка у него на панели. Это зачем? Под телефон, что ли? Наверное. Какие-то фишечки новые. Наоборот, мне древние. Незнакомые. Древние. Я вообще такую всякую шляпу не люблю. Я тоже не люблю эти всячки. Прикинь, сейчас бы здесь улетел какой-нибудь. И здесь стоял бы еще этот. Собачка с башкой. С такой. Башку кивала бы вот так вот. BHX1, AX3. Вкусный кнут. Так, нам лучше проехать. Давай, вон так. Там похоронный дом на Абрамова. А, это Евгения там работает, да? Нет, она работает в ритуалках, а не в похоронном доме. А, в ритуалках. Такое вообще, да? Похоронный дом, фу, блин, так сразу же херово становится на душе от этого всего. А вон, видели же это? Такой прикол-то был в прошлом году, коронавирус-то. 6 негров тащат гроб и танцуют. Вот так вот надо провожать. Ну. Вовка, ну-ка, как она там песня-то? Мам, это знаешь, Том? Что? Это когда человек погиб. Ну, рассказывай. Это когда человек погибает. Угу. И после него встает вот этот ду-ду-ду-ду-ду-ду. Негры, да, танцуют такие? Ну да. Который внутри этой коробки человек, да? О, смотрите, Вовчик вчера, кстати, поцарапался. Покажи малыш свою ранку. Тимаковка моя. Сегодня баба приедет, скажет: Вова, откуда у тебя царапка такая здоровая? Ну да.
скажут, ты чё, Вовчик, малыш? Сегодня поеду в магазин, возьму краску. Сегодня, наверное, я покрашусь или завтра... Нет, завтра я работаю, какой, блин. Завтра я работаю, завтра у меня... Завтра мне с утра надо к маме ехать, коров доить. О, в натуре? Вот это будет у тебя трэш. Вот это будет контент такая львина. Мне же недавно написали, что это доярка. Вот так оно и есть. Как в воду смотрели. Ага, все правильно сказали. Буду доить и в прямом сколько? Эфире. Ну, в 8 утра надо ехать. Да, это будет трэш реально. Я бы так-то тоже съездил, подоил бы. Ты я... подоил бы? Вот я бы реально подоил. Да, никогда в жизни. Ну, видишь, у меня завтра просто дела. Ты можешь давай, пораньше давай. Съездить, подоить да на работу. Так, давай часика всем съездим, подоим. Давай. Подоим, давай. Пораньше встанем, всем утра съездим, подоим. Но. Потому что мне надо ну, помыться, на работу же ехать. Но. Не поеду же в навозе вонючая. Обляпанная. Че это с тобой? Я на камеру, тебе... что ли, тут играешь? Я всегда завтра тебе помогаю. Сама твоя это. Я всегда тебе помогаю, всегда. Мы как с тобой только познакомились, я тебе постоянно все покосы у вас вывозил. Все, помнишь, на покосе мы с тобой? Как только даже познакомились, еще только встречались, я ездил, помогал тебе на покосе, и наверху мы с тобой на арбе на сене ехали, помнишь? Угу. Помнишь реально? Вот это было прикольно. Ехали там, закапывали друг друга на арбе сено, представляете, арба. Арба — это тракторная телега, здоровая для тех, кто не знает. Борта по 2,5, по 3 метра, по 2,5, ну 2,700. И еще сверху гора целая сена или солома, сено в основном. И вот мы туда наверх садились и ехали до дома. Это езда примерно минут 40, может час так. Потом приезжали, оттуда потихонечку спускались, или по веревке, или по бортам. Ну вот мы там бесились с тобой. Да, было время. Пасек, три пещеры. Вот оно такое треугольнообразное здание. Едь нормально. И так нормально еду, да что? Мне трясет все. На первую переключиться, что ли? Могу вот так вот. А и то. Просто это, едь спокойно и все. Не так надо я рулить даже не налево, педаль. Направо. Вообще классно здесь. Нифига себе, смотри, шабенка, надо будет сюда приехать, красивые камешки пособирать. Я буду говорят, грибы пошли? Камни. Чего, Вова? Я буду собирать камни красивые. Собирай. Ну как-нибудь мы с тобой приедем. Большие, что ли, камни? Ну, всякие разные. Красивые деревья. Угу. Почему листьев их мало? Внизу-то их нету. Это сосны. Сосны. А, сосны. Угу. Этот был Сурдюком когда-то? Ой. И что, куда ты парковаться собираешься? Туда заедешь? Блин. Что, думаешь, туда заехать или что? А, надо было вон туда. Да вон туда заезжай, вон вперед. И вон туда вставишь. А там же для служебных машин. Где ты видишь? Ничего не написано. Фотосессия, свадеб, юбилеев, выпускных, других торжеств, 1000 рублей, mm-hmm. Все. Что такое? Господи, начинается. Че, жалко, что ли? Че, жалко, что ли? Че жалко? Ну, может, место для нашей машины. Тащится уже.
Подожди, я быстро помню. Красота, да? Красота. У нас парковка вон здесь. А, это что? Почему? Ну, у нас здесь только служебный транспорт стоит. Да? Ну, ладно. А почему надписи нет? Что? Вы тут есть, мы говорим. Ладно, спасибо. Держи. Да не надо мне. Мам, а что ты сказал? А только для служебных. Ну, я так и предполагала, в принципе. Ну, так решили это. Попробовать. Лишние движения вообще. Ни о чем не. Ой, ёлку. О, погода распогодилась. А это что, вишня, что ли? Нифига тут вишня, смотрите. Китайская, да? Да. Китайская. Это и есть Китай, походу. Это Китай, да? Мама. Вот сюда ее поставим. Мама, а в Китае все в песке, что ли? Куда я ожидал? Вовчик вообще помогатор, да? Все к себе в рюкзачок сложил. Сейчас рюкзак-то перевернется. Кверху жопу. Смотри, ради жили. Смотри, мам, какой камень красивый. Достану смотри, мам, какой камень. Ну-ка, покажи свою болячку, малыш. Стой, Вова, стой. Что у него там вообще есть? Открытую колбу. Что такого у него там нет? Я тебе говорю, держи. Держу. Ну и что теперь сделать? Ну, рюкзак прямо. Что делать-то? Пролила, ну и что дальше? Вова, еще один. Подожди. Ты рюкзак мой? Да, да. Минута, что ли? Да. Ну-ка, Вовочка, попробуй это. Они сейчас зря выходят здесь. Конечно, ты же видишь, они красненькие. Дай я сама попробую. Давай. Угу, вкусненько. Почему никто не собирает, она опадывает уже вся. Птичка. Птички не едят. Смотри, а? Ох, нифига, смотри, смотри. Че? Вся листва усыпана ею. А это что, мам? Где листва? Это что? Это шиповник. Шиповник, что он делает? Не трогай. А что он делает, мам? Смотри, да? А? Пап, что делает этот шиповник? А вон простая вишня. Пап, что делает этот шиповник? Шиповник? Ага. Ну, он обычно людей лечит. Чай заваривает. Кстати, надо к маме ехать вишню собирать. Простая кислая какая-то. Да пойдем посмотрим, когда. Не, не колодец, мусор какая-то была. Ну, вот сюда казан ставить. Блин, прикольная штука. Дом красивый, тоже, да? Что ли, сделать такую вот сюда? А это что? Офигеть. Круто, да, пап? Очень. А там что у нас? Походик. О, пап, смотри, ты супер. А не с этой стороны. Я вот так и не поняла вообще вот это вот все. Для чего это? Типа сценки, что ли, или как? Там дальше туалет есть. Нифига, как ты быстро пьешь. Нифига, опять жарко стало на улице. Я не пью, это мама у меня вылила. Был рюкзак еще? Угу. Внутрь? Нет. Нет, на землю. На землю вылила. Здорово, так свежо. Может, на великах приедем сюда, а? Сегодня вечером. А вот это, Вова, будешь в поезде ехать. Ты нам с мамой нечем заняться я будет. Я тоже хочу кататься на велике. А где в поезде лучше?
лучше? Да? Конечно, ты лучше в поезде. Там тебе интереснее будет, Вова. Мам, орешки ела. Можно сидеть. Черемуха. Здесь главное зеленая, там черная. Ну, тут есть краска, но она засохшая. Копешка сена. Вовчик, давай я тебя сфоткаю. Где? Здесь. Соседи. Мам, тут соседи. Смотри, вон туда. Тритон этот? Угу. Помнишь, мы тут на льду были? Угу, пойдем здесь сядем, посидим на камушках. Помню, Вова, да? Я сижу на камушке. Ла-ла-ла. Где ж ты, моя бабушка? Какая бабушка? Лавушка. Бабушка. Зачем бабушка-то? Лавушку надо. Я просто пошутила. Ну, какая бабушка, да, Вова? Как я, да, жду бабушку. Только, Олег, держи его за руку. Дай его за руку. Где-то гуси. Гуси гогочут. Гуси, га-га-га. Лезть хотите? Да, 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 да. Ну, летите, как хотите. Все, хорош. Пойдем, пойдем. Ну, пап, да не бойся, Вова, вот мы сейчас вот туда спустимся. Да не надо, Олег. Я не буду туда спускаться, вы там вдвоем будете. Ты можешь один спуститься. Вова, иди сюда. Иди к маме тогда, иди. Там под горой есть дыра. И если ты встанешь, может упасть, да, гора? Конечно, сиди здесь. Ну, вот так, половина, да? Сидись вон на камушке. Слушай, а я откуда летел-то? Где-то вон. Мы где-то там, по-моему, были. А, вот здесь. Вот сюда на деревья. Сядь, Вова. Пап, осторожно, там под горой может быть эта дыра. А, ну, такая вот. Ага. Ну, такой вот. Вот такой вот? Ага. Угу. И, пап, и если ты, и может быть такое, если ты станешь, а может упасть и половина головы. А тебе что, папу жалко, что ли? А? Тебе папу жалко, что ли? Да, очень. А маме нет. Мама тоже жалко. Мама не знает, как от него избавиться. Что ты взял? Да всех мне жалко. А тебе? Мне даже собак жалко. Мне тоже. Не свались! Очень страшно. Страшно тебе? Очень, Вова, очень. Если отсюда падать, то лучше разбиться и оставаться инвалидом. Я знаю, что можно разбиться. Вот. Мам, сколько вот метров высота? Да, но высота здесь небольшая. Здесь, видишь, дело в чем, что здесь каменистая. Здесь все в камнях. Да, и ты упасть-то ладно, упадешь, ты об камни просто разбиться можешь, не дай бог. Ну, конечно. Угу, это ужасно. Или вообще где-то есть такой вот камень, колет, да, которым? Угу, можно головой острый туда упасть. Да, конечно. И когда уж точно помрешь. Да? Да. И потом негры будут тун-ту-ду-тун-тун, ту-ду-ту-ду. Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду. С этой горы точно можно упасть, если встать, да? Там, так, да, давай тут? Сядь, сиди, не болтай. Да. Вот так вот. Это энергетик? Да, нельзя его пить. Ой. Сердце выскочит. Не знаю. Если отсюда упасть, то можешь зацепиться, да, где-то? Так, на, держи, не надо ниоткуда падать. Ходить спокойно, аккуратно, никуда не лезть и никогда не упадешь. Если отсюда упасть, ты тут зацепишься, да? И потом с такой огромной высоты упадешь, да? Никто никуда не упадет, не переживай. Да, я так говорю, если... Так, рассуждаешь? Ну, да. Ну, там кого-то кемпинг.
А футболка тут остается, на этой ветке. Мы даже вон там купались, вот. Вот-вот. Показываю пальцем, чтобы понимать. Там раньше нормальный заход такой был, сейчас что-то одни камыши. Но это и было, конечно, лет так 10 назад. Что-то опять капает. Чё к чему? Чё у меня ни разу не капнуло. Нет, не капнуло только что. Ну, чё это, мам? Это обычные ногти? Да, отросли, видишь. Угу. На манике на этой неделе. Что ты один хочешь орешки ешь? Дашь кому-нибудь или нет? Мам, уже скоро дождь тут. Сюда дождь дотянулся. Дошел, да? Орешки дорогие, собака. Как золото. Их мало, но зато дорогие, да? Угу. Поехали. Все, дождь начался снова. Добрался уже. Дождь. Это, чуть ты вытащишь. Дай, Вова. Дай. И дед пришел. Дождь пошел, и а газировку вымать нотим? Давай, я сейчас ее буду пить, газировку. Нету? Да, да. Закрывай. Ветер поднялся, все, солнце спряталось. Вот буквально 5 минут назад солнце слепило прямо в шар. Мы все изменилось одномоментно. Чуть-чуть, да, погуляли? Да вообще немножко, но минут 40, наверное. Пойдем. Время уже 4 доходит. 40? Ну да, примерно так. 45? Ты что? Нет, мы... Вроде... Это чуть-чуть долго. Чуть-чуть. Одну капельку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Восточный зал. Как быстро считает Вова. Угу. Быстро считаешь так. Столовая. Блин, ветер только поднялся. Еще и дождь. Один раз. Мам. Вон тоже приехали. Они, наверное, купаться приехали. А, нет, хотя. Незаметно. Ну, тоже, наверное, поехали гулять. Солнце пока было. Приехали, и на тебе тут дождик. Дождик. Не, так хорошо, что ветер прям вообще обдувает. Да, Вовчик? Морковчик. Конечно. Да. Потому что я-то маленький. Угу. Мамы нету. Ой. Посмотри, значит, сумки хорошо. Что посмотреть? А ты вообще в магазине не оставлял тик-так? Нет. А ты мне сумку ее уложил, что ли? Откуда у меня сумки-то должна быть, я не пойму. Да я думал так. Потом, может, я там оставил? Нет. Не, ну ты обычно в сумку что-нибудь положишь и забудешь, особенно ключи от машины, ты? Особенно ключи от машины. Слушай, ключи от машины ты мне подкинул последний раз. Сейчас все расскажу. Короче, тогда Олег потерял у нас ключи от машины. Как обычно, куда-то засунул, и все. Мы их ищем, потому что я знаю, я их либо кладу в корзину у нас для ключей, либо на стол, а тут нету их нигде. Тем более последний был за рулем Олег, переставлял машину. И вот он все уперся и это усирается, что это не у меня. Ходил, я потом ему говорю, так вот, говорю, ты в шортах, наверное, ходил тогда, наверное, в кармане у тебя лежат. Сбегал, нашел эти шорты, выбежал, я на улице хожу, и орет такой, нету там ключей. Я такая захожу, он говорит, ну-ка иди в сумку посмотри. О, а я до этого смотрела буквально вот за 3 минуты в сумке посмотрела, все. Но я знала, что их там нет, но я так, просто чтобы убедиться, еще раз пошарилась, нет ключей. И прямо на самом верху лежат ключи. Даже не удосужился куда-то их на дно положить, сбоку, где-то так вот. Ну, это она сочиняет. Вы же знаете, мы с вами все вместе это знаем. Не сочиняет, не сочиняет. Я помню этот момент. Вот. Помнишь? И да. Ты, Вова, прям видел, как я подкинул ключи, да? Ну, не видел.
Ну, а зачем ты тогда наговариваешь, а? Ну, я видел, как мама ей искал. Ну, то, что мама сказала, что я ей подкинул ключи. Ты, вот, ты сам это, Вова, глазами, если не видел, зачем ты слушаешь всех? Что значит всех? Ну, я это все? Я утром видел. Что я подкинул ключи? Ну, да. Вот прям я взял и подкинул ключи, да? Ну, ну да. Ты ведь, ты ведь раньше всех встает? Так это было не утром. А когда? Ну так, Вова, давай не сочиняй, а? Да не сочиняю. Сочиняешь ты. Раньше всех. Вот уже врешь, сидишь. Да я видел. Это было поздно вечером, мы спать ложились, собирались спать уже. Пап, ну я видел, как... Как ну, это... Вова, ну зачем ты вот сочиняешь, а? Да я не сочиняю. Ну, я же вижу, что ты врешь, Вова. Какой вид? Грибной дождь идет. Смотрите, и солнце одновременно, грибной и дождик. Дождь? Да. Как-то? Когда солнце и дождь одновременно, называется грибной дождь. Решили сюда спуститься на машине. Еще не было такого сильного дождя. Вон, смотрите. Дождь стеной. Вот. Дождь по крыше, дождь по лужам. Да. Та-та-та-та-та-та. Мама, там еще не сына. Блин, так офигенно, классно. Так охота под дождь даже выйти. О, капулька. Ай-яй-яй-яй. Куда ты вообще едешь? Ты же сказала, развернуться что, надо. Не спустимся ниже? Так дождь идет, ты выйдешь. Ладно. Мы все можем. Вообще не говори ничего. Мы можем вообще там скользить. Да. Да-да-да, все верно. Все верно. Ты только там дерево не брился. До Мегамарта доедем? Зачем? Не надо. Кое-что. Вот сюда, если спустишься вниз и прямо на берег реки, вот откуда мы только что смотрели, соснового бора вниз видели, да, где вот эта скала и дырка в скале. Это что за ягоды красные? Не знаю. Вот это... О, малина, малина, вижу малину. Есть, да? Но она еще нет, не созревшая. Дикая малина, вкусная. Очень. Угу. А вон есть созревшая. Ну, блин, не дождь был бы, можно было пойти поесть. Вон она, вон она. Вон она, вон она. Короче, у нас дети сегодня уезжают. И вообще. Придется снимать без нас. Че, Вовка, говоришь? Придется снимать 5 дней без нас. Да, да. Вы должны скучать. Мы и так будем скучать, должны скучать. Да все так. Все будут скучать. Я уже скучаю. А я ведь тут. Меня даже видно из камеры. Угу. Кто не ставит лайки, а кто не скучает. Да-да-да. А если поставите, значит скучает. Тихо-тихо, маковка. Как завернул. И подписывайтесь на канал и колокольчик там. Угу. Родители и то не знают ничего такого. Угу. Как сказать-то? Дождь по крышам, дождь по лужам. Мы же подписались, да? Да-да-да, конечно. Нифига мы поспали. Хорошечно, да, так? Сколько, в 10 проснулись? Ну, где-то так.
то я самый первый, как обычно, встал. Правильно Вова сказал. Всегда первым встаешь. Потому что ты в телефоне не был. Ну да, конечно, вы же все всю ночь в телефоне были. Я так-то пыталась кино посмотреть, включила эту кровавую барыню. Посмотрела минут 10-15 и все, уснула.